Блатнировской средней общеобразовательной школе номер 25 работает почти 50 человек. Это очень теплый и дружный коллектив, среди которого есть еще совсем молодые учителя, а есть и педагоги, у которых много можно поучиться. Одна из таких опытнейших педагогов – Малюта Раиса Егоровна, учитель химии, отличник народного просвещения. 35 лет из своей жизни отдала Раиса Егоровна своим ученикам. Из них 32 года она работает в 25-й школе. За эти годы Раиса Егоровна воспитала не одно поколение ребят, сделала 6 выпусков. Химия всегда считалась одним из трудных предметов, но ребята нашей школы осваивают его с успехом. Ее ученики часто становятся призерами районной олимпиады по химии, а выпускники не испытывают трудностей при обучении в институтах и техникумах. Кабинет химии, оформленный Раисой Егоровной с такой любовью, фантазией и выдумкой, является образцом не только для учителей нашей школы, но и всего района. Именно поэтому по итогам районного смотра в этом году ее кабинету присвоена высшая категория. Однажды я была потрясена работами детей в спецшколе. Из обыкновенной соломы они творили чудеса, ими руководила Валентина Ивановна Стыканова. Я заинтересовалась им и решила освоить эту технику. И вот теперь мы с ребятами, какие ребята заканчивали школу, они всегда оставляли картины. Вот это панно изготовили бывшие выпускники прошлого года. Раиса Егоровна, кто из выпускников вам запомнился наиболее всех? В этом году мы выпустили чудесных детей. Дети, которые могли трудиться, учиться хорошо, могли работать, могли чудесно отдыхать. И я очень благодарна их родителям, этим детям, что я получила вместе с учителями, работающими в классе, истинное удовольствие. Для нас, родителей, Раиса Егоровна – образец настоящего учителя. Умного, требовательного, доброго, гуманного. Она считает, что с людьми надо уметь разговаривать. И главное – хотеть разговаривать. Раиса Егоровна молода душой, находчива, остроумна. Нет, без химии стал бы тусклым весь свет. На химии ездим, живем и летаем. В разных точках земли обитаем. Чистим, стираем, пятна выводим, кушаем, спим и с прическами ходим. Химией лечимся, клеим и шьем, с химией мы бок о бок живем. Нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращения и вестей. Им не хватает этих встреч нечасто, и сколько б ни минуло лет, слагается учительское счастье из наших ученических побед.